Давным-давно в эти земли пришел человек. Он искал лучшие жизни и не побоялся скалы дикой природы. В краю ветров, метели и полярной ночи расцвел хрупкий цветок цивилизации. Шли века, неспешно развивался охотничий и рыболовецкий промысел на тайне. Человек договаривался с природой, колдовал свою судьбу, надеясь на благосклонность духов севера. Русские купцы бросили первый вызов здешним местам, объединившись с коренными народами для добычи пушнины. Отважные смельчаки собирали походы, развивали науку, благосостояние и торговлю в государстве. Но этот край не ждал чужаков. Сквозь болотистые топи, бескрайние ледяные просторы и логово диких животных шел человек на бой с суровым норовом Таймыра. Время 20 века не миновало этот далекий край. Здесь были найдены залежи каменного угля и ценных металлов. В разгар войны и многие годы после на Таймыре работали заключенные лагеря. Жизни были отданы за прогресс и промышленность. Но эта плата сделала страну энергетической и металлургической державой мира. А в 96-м году родился я. И началась моя история. Я впервые увидел северное сияние, что лежало на крышах домов в искрящейся ткани. Впервые вышел на трескучий мороз